Гэта. Случайно костры, каже на, а я кажу, не, те разы на всю ночь, ну, да багато людей было, то не то, что горели, не то, что, коло кожної хати костры были. Лена, приедет батюшка, чи? Ну, коли? Сколько? Наказала матушка к 9, к 10. Самое глупо ночь 12. Так что... А детей было ж учеников сколько, то пороблять саморубки эти, такие робленные. Або вогонь кладут. Натирают, натирают туди спичок. А потом воздом пес, той пальцы подрывают. Ой, так а что получается, горит, костер горит, да. А потом уже начинают вот это стрелять Иисуса Христа, что? Да, кличут. Кличут. Ага. Так а костры... Кричатся спать. Да. А костер горит? Да. А, горит, да, покуль сам, ну, да, сгасит. Великие же не столечко, а великие же. Угу. А что, на какие-то праздники делали костры у вас? Нет. Только на Велик день? Только на Велик. Ну, то же всех, вот тут были же все люди, только каждого... Я же говорю, вот так, так горели, как все равно. Это... У кого помереть, кто умре, то уже в год не ложаются. Годы, а то не. И яичко не красит. И костер не палят. А булки пекут? А теперь уже краской не красим. А цибульницей, как и умрет, то можно красить. Так это, так как умреть? Можно булки пекть? А не красный. Ты... Пекуть. Пекуть? Пекуть. Ага. Это яйца не красят. Угу. Да в черный. И костры не ложают. Не то, что черные. Вважаю. Еще вмазанная? Нема. А назовите, коли ласка, назовите, как звать вас? Мене? Да. Слуковская Катерина Григоровна. Слуковская Катерина Григоровна. Да. А как ваша девичья? И что? А девичья, Романова. Как ваша фамилия? Романова вы были? Девичья Слуковская я. Ну? Зара. А была девичья Романова. Ага. А какого вы года? 34-го. Угу. А тут родились у Данилегах? Да, Данилегах. Ага, дякую. Родилась и живу.